Всем привет-привет! Решила показать вам свою обновку. Это вот такой наборчик для ванной комнаты. Очень мне понравился. Очень аккуратный, красивый. Сделан из стекла. Хороший такой вот мощный, я бы сказала, стаканчик. Мыльница такая вот тоже, да? С ножками. Все полностью стеклянное, кроме вот этой вот, вот этого дозатора получается. Да, у нас такой вот он пластиковый, он откручивается и туда наливается мыло. Хорошая такая вот штучка. Так вот, значит, набор отличный, мне понравился. Я его купила, по-моему, или за купоны, или я сейчас не помню, в общем, какая-то цена у него получилась очень недорогая. Вот набор для ванной комнаты, синий у меня, хотя под цвет ванны он, конечно, не подходит, но мне он именно очень понравился, люблю я эти оттеночки. И заказала себе шторку и вот этот наборчик. Сейчас покажу, как это все выглядит у меня в ванной. Значит, материал стекло, пластик. Ну, сделано в Китае для по заказу Faberlic, да, ну, понятно. Вот. А если кто-то думал брать, не брать, да, то рекомендую. Вот это вот для мыла флакончик очень такой большой, да, здесь, наверное, я не знаю, 400 миллилитров или пол-литра даже. Так, сейчас посмотрю. Так, подставка, дозатор для мыла. Здесь почему-то в сантиметрах, не в миллилитрах написано. Ну ладно, ну примерно такой, да, большой, внушительный тоже объем здесь. Я думаю, что если взять Faberlic мыло для рук, да, например, серию Beauty Cafe, можно два бутылечка сразу сюда налить и надолго очень хватит. Так, ну что, пойдемте смотреть, как это все будет в ванной смотреться. Ну вот, как-то так. Поставила стаканчик. Очень красиво смотрится. Тут что-то у меня какое-то пятно. Вот наше мыло. Как я говорила, 300 миллилитров – это половина. Очень мне нравится. Аккуратно мыльница. Но этим мылом мы редко пользуемся, но все равно для красоты пускай будет. Вот так вот. Такой наборчик. И вот наша шторка, вот такая, прозрачная, голубенького оттенка, да, такого вот, ну, у нее такой вот прозрачная она, но не видно, что конкретно там находится за ванной, да, не видно рисунок на плитке, ну, и, соответственно, когда моешься здесь, тоже, если кто-то вдруг зайдет, ну, такое бывает у нас редко, я всегда закрываюсь, муж тоже, поэтому дети не забегут. Ничего такого не просвечивает. Мне понравилось. Единственное, что тонковато. Я думала, что она будет немножко повнушительнее, но она вот такая вот тоненькая, но достаточно удобная, широкая, длинная по высоте. Ну, такая, да, нормальная, да, можно отрегулировать вверху. Вот такой вот набор я себе купила. Все, очень нравится. Спасибо большое за просмотр.